А сегодня с высоты Ильинской церкви в тумане виден Суздальский Кремль. Туман сгущается, холодает. Музей деревянного зодчества вот прошли, и там вот видно, церковь Преображенская осталась. А здесь по речке Каменке катают на банане. Вот. А здесь левее, со стороны Суздальского Кремля, там торговые ряды. Но сейчас даже не видно вот там на вершине. Мам! Давай, давай. Танюшка решила освоить высоты Ильинской церкви, с бугра скатиться. Ну давай, папа, толкай.